Всем привет! Меня зовут Красный Шарик, и я говорю вам, чтобы вы отправлялись со мной в это крутое путешествие. Ну что ж, поехали. А вот и первая звездочка, которую я немного не заметил. Нужно как бы мне ее забрать. Покатим вот эту тележку. И нужно успеть забраться на нее. Ха. Ой, недолет. А если попробуем вот так? Еще разочек. Нам же ведь не трудно. Опа. Допрыгнули. Ого, я вижу здесь большой шар, который всех придавил. Черных злых квадратиков. Ой, 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 ой. Нет, нет, нет. Так, мне не нужно тонуть. Аккуратненько прыгаем. Так, вот это они, негодяй. А мы проходим. Ой, ой, нет, нет, отстань от меня. Ой, так ты сюда не идешь, оказывается. Ну ладно, ладно. Вроде вышел. Так, мы тебе по голове ударим, чтобы ты больше не был таким злым негодяем. Сами будем собирать все звездочки. Ой, тележка, куда ты? Стоять, стоять! Почему это она не докатилась? Может быть, надо было вместе с ней как-то это сделать? Не знаю. Ой, кто-то там шевелится. Нужно, наверное, по новой. Так, ну тебя мы сейчас побьем. Может, нужно разгона взять? Нет. Нужно, наверное, просто подождать, пока он там пройдет. Этот злой черный шарик. Тихо. А сейчас я на тебя напрыгну. Вот так вот. Вот здесь мы, помните, нужно нам все делать с разгона. Поэтому начнем еще разочек. Так, тележка катится немного не туда. Нужно задать ей небольшое движение и чуть-чуть подождать. Ну, если не хотите ждать, то можем на нее напрыгнуть вот так. Да, ну, вот я из-за этого и не успеваю. Так, может, попробуем ее туда закатить? По-моему, получается. Так, только мне теперь нужно ее опять забирать с той стороны. А нет, она сама вроде бы откатывается. Ха, вот это интересное получается у меня задание. Так, чуть-чуть ее толкаем. Сейчас она должна набрать скорости под горкочкой. Ой, не падать. Ну же, давай, тележка. Я знаю то, что ты сейчас будешь разгоняться. Да как же мне здесь выехать? А, эту тележку нужно было туда перекатить, оказывается. А я пытался с нее прыгать. Вот я смешной шарик. О, ты что делаешь? Получай тебе два раза по голове ты. Так, а что здесь? А, мы сейчас, смотрите, вот таким способом туда перекатимся. Ой, аккуратно. Мне же нужно звездочку забрать тут. Тихо. Ой. Перекатились, оказывается. Смотрите, кто нас тут ждет. Хорошо. Так, но мне же звездочка нужна. Получилось. Ого, вот эта телега уже побольше. Так, а как мне с помощью нее доехать? Нет, ну я ж так не доеду. Попробую еще разочек. Эх. Нужно держать равновесие. Это уж точно. Потому что мы можем упасть. Что-то не выходит у нас. Но пытка не пытка. Будем пробовать все больше и больше. И вот, наконец-таки, мы допрыгнули. Какой-то большой шарик. А ну-ка.
Ого, как мне тяжело тебя толкать, слушай. Потихонечку. Как, смотрите, сейчас мы перекатим огромный валун. А, вот он и задавил этого злого шарика. Точнее, квадрата. Постоянно путаю. Он же не мой родич-то. Так. Еще одного. Что здесь написано? Что там? Оказывается, огромный босс? Давайте посмотрим.